60 дней назад впервые в истории Ноябрьска был объявлен карантин по бешенству. И если за это время не регистрируются новые случаи заболевания вирусом, карантин снимается. Однако в Ноябрьске этот срок сдвинется, как минимум на 2 недели. Собака, у которой был обнаружен вирус, успела покусать и других домашних животных, которые жили с ней в одном доме. Так что точка отсчета сдвинулась на то время, которое понадобилось специалистам, чтобы прояснить ситуацию и, что называется, взять ее под контроль. Напомню, во время действия карантина ветеринарные врачи делали подворный обход и ставили прививки от бешенства всем домашним питомцам. Кроме того, вывоз животных из Ноябрьска, а также ввоз в город без справки о такой прививке запрещен.